Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы сегодня будем знакомить вас с относительно новой станцией Кирисан DP405 UHF и VHF, они называются, то есть в двух диапазонах станции выпускаются. Сразу скажу, у нас на канале были подобные станции, назывались они Alinka DJ-D45, на них есть тоже большой ролик. Видимо, Кирисан делает для Alinka станции, поэтому сегодня именно познакомимся с Кирисаном. И тем более, что Кирисан заявляет, что теперь, вот в 2022 году, вышла новая версия этих станций. Ну, я не знаю, какие точно там изменения были, но посмотрим. Когда мы снимали ролик по Alinka, были проблемы именно с избирательностью, потому что приемники здесь построены на прямом преобразовании, и избирательность была не очень. Вот сейчас, наверное, это одна из главных причин, по которой мы снимем этот ролик. Интересно самим узнать. Теперь по поводу самих станций. Станции могут работать в аналоговом режиме и в цифровом DMR, как я уже сказал. Диапазоны частот у них 136, 174, 400, 470. Вверху у них 4 Вт выходная мощность, внизу до 5 Вт. Что сразу могу сказать из преимуществ данных станций? Мы планируем все-таки станции данные предлагать на замену Motorola DP1400. Почему? Потому что у них также разъем совместимый с Motorola DP1400. Сейчас мы, кстати, проверим это тоже, как она полноценно работает, гарнитура или нет. Это именно Motorola гарнитура. Дальше. Она небольшая по габаритам и по весу. IP54 соответствует по влагозащите. Далее, у нее большая емкость батареи и литий-ионного типа. Она идет в комплекте на 2000 мАч. И у нее, в отличие, например, от Hytera BP515, у нее есть 40-битное шифрование на цифровых каналах, что тоже немаловажно для работы и защиты ваших переговоров. Поэтому сейчас на этом мы тоже остановимся. Уже здесь ключи зашил я, соответственно, будем проверять, как это все работает. Ну и все. Если по поводу избирательности будет все нормально, то, в принципе, станция, да, вполне заменит Motorola DP1400, потому что по надежности у Кирисан тоже особых проблем нет. Поэтому я думаю, что данная станция низкого ценового диапазона вполне заменит пока не поставляемые модели в Россию. Так, прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал Viva Telecom. Мы поставили цель в 100 тысяч подписчиков. 20 тысяч мы фактически уже достигли, поэтому подписывайтесь. Все, начинаем тогда с комплектации кратко. Так, смотрим комплектацию. Поставляется станция либо вот в такой картонной коробке коричневого цвета, либо в белой коробке, потому что на VHF диапазон сейчас коробка белая. Видимо, обновил производитель упаковку. И они на данный момент разные приходят. Так, инструкция на английском языке. Ремешок на руку. Зарядное устройство. На входе 12 вольт, поэтому можно подключить сетевой адаптер, цилиндр вот такой, ну, распространенный, опять же, не какой-то супер узкий, на который адаптера не подберешь. С этим все хорошо. Так, по поводу адаптера сетевого, давайте я вам приближу, покажу параметры. Далее, естественно, идет сам прием-передатчик. Вот такой он тоже из двухцветного пластика отлит. Есть небольшая проблема, сразу у станции скажу. У нее одна только программируемая кнопка. Соответственно, вы две только функции можете повесить. Одно на короткое нажатие, вторая на длительное. Но функций там не очень много доступных. Я, кстати, на сайте, если по ссылке пройдете, то можно посмотреть фотообзор, и там есть список доступных функций, которые можно повесить на данную кнопку.
Далее в комплекте идет, естественно, антенна на соответствующий диапазон. Далее идет клипса, она уже установлена на телестанции, и идет аккумуляторная батарея. Сейчас я вам ее отсоединю и покажу. Так, аккумулятор идет на 2000 мАч, 7,4 вольта у него выходное напряжение, и называется он KB760B. Все, кратко останавливаться я тогда на Алинку ссылку дам, там, возможно, подробнее было. Ну, в общем-то, я вам всю комплектацию рассказал. Так, теперь давайте еще в сборе взвесим тогда, сколько она весит, данная модель. Так, ну, станция действительно легкая, 270 грамм она всего весит. Так, конструкция управления. Управление у нее классическое, то есть включение и регулировка громкости на этом регуляторе сделано. Здесь переключение каналов на 16 позиций. До 256 каналов можно запрограммировать. Соответственно, нужно тогда будет повесить кнопку на выбор зоны. Разъем антенны у нее СМА-вилка. Кнопка передачи, обрамленная вот таким пластиком по периметру. Сама кнопка тоже пластиковая. Здесь резиновая кнопка для дополнительных функций. Разъем аксессуарный закрыт резиновой заглушкой, откидывающейся, которая не потеряется, что хорошо. И сам разъем совместим с радиостанциями Motorola серии CP и DP1400. Мы сейчас гарнитурку вот эту MDP-MLN 44-42 возьмем и проверим тогда на прием и на передачу. Теперь по поводу управления. Давайте я сразу станцию включу тогда. И посмотрим, насколько быстро она загружается. Включил. Ну, то есть буквально там сколько секунд? 5 она грузится. 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 7. Регулятор громкости. Здесь мы с помощью программного обеспечения короткое нажатие отключения шумодава сделали, длительное нажатие выбор мощности. Так. Опять же, смотрите, когда что-то вы принимаете на канале, то кнопка работать не будет. Power level low. Вот такое вот уведомление. Power level high. High, она сказала. Ну, конечно, китайский не очень звучит, но понять можно. Power level low. Power level low. То есть теперь низкая мощность стоит. Power level high. Вот такое голосовое уведомление. Ну все, проверяем сейчас гарнитуру тогда. Так, подключил я гарнитуру Motorola. На прием она работает. Сейчас посмотрим на передачу, кнопка работает или нет. И микрофон. На передачу работает кнопка. Так, теперь микрофончик сам. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Да, то есть гарнитура полноценно работает и на прием, и на передачу моторольская. Но у Кирисана есть и свой перечень аксессуаров. Там есть в том числе и спикер-микрофон KME-214, похож он на 4029 от Моторолы. То есть здесь перечень побогаче даже, чем, например, к радиостанциям BP-515 Хайтера. Здесь уже более-менее. Ну и тем более, что разъем такой универсальный, поэтому выбор большой. Так, давайте проверять тогда потребление. У Алинки мы уже в том ролике проверяли, но здесь сравним. В общем, выключенная станция потребляет 42 микроампера. Это очень мало, поэтому можете оставлять батарею
одетой на станцию без проблем. Так, теперь смотрите, выждали мы уже 154 цикла. Станция потребляет 23 миллиампера в режиме дежурном. Это аналоговый канал сейчас включен. Смотрите, когда приемник выключен, 13,5 миллиампер потребляет. Когда приемник включает проверку, она потребляет где-то 64 миллиампера. Вот, видите, 64 миллиампера. То есть, по умолчанию у станции включен режим сохранения энергии, поэтому вот таким образом она работает. То есть, какой-то есть период ожидания, есть период активности приемника. Так, теперь включаем на цифровой канал. Да. И сбрасываем здесь, соответственно, показания, чтобы включился режим сохранения энергии. И будем сейчас проверять. Сразу скажу, что станция стала вот в этой версии потреблять даже чуть меньше, чем Алинка. То есть в аналоговом режиме Алинка потребляла 28 миллиампер, здесь мы получили 23 миллиампера, что хорошо. Но в цифре у Алинки было 64 миллиампера, а сейчас посмотрим, похоже, что будет чуть больше у Кирисана. Сейчас дождемся тогда 60 сэмплов, и уже будет понятно, сколько станция потребляет. Но здесь, похоже, режим сохранения энергии на цифровых каналах не включается. Он всегда, приемник, активен, и он чуть больше даже потребляет, чем в аналоговом режиме при включенном приемнике. То есть вот все частенько говорят, что в цифре режим намного экономнее, но, как видите, даже у некоторых станций потребление больше в цифре, чем в аналоге. Понятно, что на передачу через тайм-слоты будет потребление поменьше, но сколько вы работаете на передачу, явно не такой значительный период, как в режиме ожидания. Поэтому здесь экономия будет не очень значительной. Особенно если считать цикл 5-5-90, где 5% всего лишь время передачи. Поэтому фактически экономия энергии на передачу в цифре, она не влияет на цикл 5-5-90. Но вот смотрите, 80 сэмплов уже прошло, 68 она стабильно потребляет. То есть 68 миллиампер. Сейчас будем проверять тогда на прием. Станция Кирисан ДП-405 на полной громкости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аналоговый режим. Так, на прием станция потребляет 135 миллиампер. Достаточно мало. Так, смотрим, сколько станция на передачу потребляет. Полтора ампера. 1512 миллиампер. Так, давайте рассчитаем время работы тогда в аналоговом режиме. 23 миллиампера она у нас потребляет. В дежурном режиме 135 миллиампер на полной громкости, 1512 миллиампер на передачу. И емкость аккумулятора мы не проверяли, но поверим Кирисану. Да и судя по объему, внешнему виду, все должно совпадать. 2000 миллиампер час емкость. Соответственно, получаем в цикле 5-5-90 5% время передачи, 5% приема и 90% дежурный режим. Получаем 79 часов. Так как станция Алинка D45 потребляла чуть больше в аналоге 28 миллиампер, соответственно, у нее было это время 64 часа равно. Но смотрите, естественно, в цифре мы никаких преимуществ не получим, потому что потребление именно в дежурном режиме у станции высокое. То есть, если мы возьмем, например, даже половину потребляемой мощности, ну или потребляемого тока на передачу, так как станция в цифре работает тайм-слотами, все равно у нее дежурный режим в 2 с лишним раза больше потребляет, 68 миллиампер. И в итоге мы получим примерно в цифре 27,3 часа.
Ну, то есть тоже на смену должно хватать при не особой активности переговоров, но все-таки в аналоге станция работает гораздо энергоэффективней. Так, смотрите, проверяем чувствительности. Есть какой нюанс? Если вы установите программу на данную станцию на русском языке, то там будет режим аудио. То есть я думал, что это оповещение именно громкости, ну, допустим, о выборе канала, но нет, аудио, видимо, при переводе перепутали, и аудио это именно режим шумоподавителя. То есть я вот поставил здесь единичку, да, чтобы потише оповещала о сигналах, и в итоге получил, что она на всех каналах на аналоговых станциях сразу открывалась. Сейчас мы поставили режим шумоподавителя на тройку, то есть как она изначально была с завода настроена, и смотрим тогда на частоте 434 МГц ее чувствительность. Естественно, в аналоговом режиме FM-модуляция. Увеличиваем амплитуду, смотрим. А вот, минус 122 dBm она открывается. То есть, так же, как и у Alinka, чувствительность здесь была в этой версии у нас такая же. Так, теперь самое интересное по избирательности будем разбираться. Так, проверяем избирательность по соседнему каналу. Напоминаю, что у Alinka DJ D45 это было самое было узкое место, то есть самый большой недостаток – это избирательность по соседнему каналу. Сейчас, смотрите, мы от полезного канала отступили на 10 кГц, то есть мы будем поднимать помеху на 10 кГц, отступив от частоты несущей, то есть от той частоты, на которой станция запрограммировано, и с амплитуды минус 122 dBm будем отмерять, сколько, ну, на какой амплитуде шумоподавитель станции откроется от помехи. Смотрим. На Alinka также на 10 кГц отступали, естественно. Но уже значительно лучше, как вы видите, эта версия работает лучше. Напоминаю, что шумодав установлен на тройку. Вот, в минус 99 dBm она открывается, то есть получаем мы 23 единицы на 10 кГц. Но тоже, конечно, не очень. Как от этого можно защититься? Поставить, например, поднесущий на канале, тогда она у вас от помехи открываться шумодав не будет. То есть он будет реагировать именно на поднесущую, на цифровую или аналоговую. Так, ну я думаю, что смысла, наверное, нет отступать на 15 кГц, но давайте попробуем. Я сейчас докручу тогда до начала, ну или до самого большого порога генератора в плюс 20 dBm. Я думаю, что станция не откроется при таком отступе большом. Ну да, все, видите. Не открывается, что хорошо. В общем, если помеха у вас близко где-то расположена, то она начнет принимать, но, по крайней мере, эта версия уже лучше, чем предыдущая была у ДП-405. В принципе, у многих станций такое значение избирательности по соседнему каналу. Так, ну что, давайте проверим тогда громкость динамика. Сначала на аналоговом канале фиксируем максимальное значение и принимаем. Радиостанция Кирисан ДП-405 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь цифровой режим. 8, 9. Так, также фиксируем максимальное значение. 8, 9. Радиостанция Кирисан ДП-405 в цифровом режиме ДМР. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
радиостанции Кирисан ДП-405 в аналоговом режиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вива Телеком. Передаем с радиостанции Кирисан ДП-405 в цифровом режиме ДМР. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь давайте проверим режим шепота, то есть что это такое. Это вот я буквально в микрофон буду таким образом говорить. Передаем с радиостанции Кирисан в режиме шепота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, то есть вообще абсолютно тихо, да, это для того, чтобы рядом находящийся никто не услышал передаваемый сигнал. То есть принимаемая станция в этом режиме должна усиливать именно голос, и должно быть слышно, да, хорошо абонента, который работает в режиме шепота. Но вот я сейчас продемонстрирую, как на обычном канале, когда эта галочка выключена, режим шепота, и когда она включена. Сначала, когда включена, потом, когда выключена. Режим шепота включается и на аналоговом канале, и на цифровом. Проверяем. Передаем с радиостанции Кирисан ДП-405 в режиме шепота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь передаем в режиме шепота с радиостанции ТП-405 в обычном режиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по радиостанциям Кирисан ДП-405. Штатные антенны, сразу скажу, мы проверили, естественно, и они более-менее нормальны. То есть в верхнем диапазоне, если вы станцию будете покупать, то штатная антенна будет иметь минимальное КСВ 1,8 на частоте 450-750. Это, конечно, высоковато, но, опять же, у нее график достаточно пологий. Я приведу картинку большую с анализатора. Видео посмотрите. Если же станции покупаются в нижний диапазон, то прямо как будто производитель станции выпускал или антенны станции выпускал на железнодорожные какие-то каналы. То есть имеет прямо явный резонанс или явное минимальное значение КСВ антенна на частоте 153-500, ну то есть 153-500-154 МГц. И значение там фактически идеальное, то есть 1,3 КСВ равно. И сопротивление фактически 50 Ом, 49 Ом. Все отлично. У Олимки D45 примерно антенна в 400 МГц такая же. В 136 я не помню, проверяли мы или нет, но у Кирисана, в общем, антенна достойная, особенно в нижний диапазон частот. Теперь вообще по поводу преимуществ. Достаточно у станции большое количество плюсов. Во-первых, это разъем, совместимый с Моторолой, DP-1400 с аналоговыми станциями и CP-серии. Следующий плюс – емкость батареи 2000 мАч, в принципе, это достаточно хорошо. Не сильно увеличились габариты и вес, но емкость достаточно большая. Дальше, 40-битное шифрование на цифровых каналах. Вот то, что вы слышали в ролике, это с ключом именно на 40 бит, все нормально работает. Ну, единственное, первые фразы немного сжираются, но это, возможно, связано не с ключом, а именно с режимом сохранения энергии. Поэтому, если хотите, чтобы вся информация приходила абоненту, то, нажав кнопку передачи, немножко выждите, чтобы приемник включился, потом уже начинайте передавать голосом что-то. Далее, рабочий режим шепота. Вы слышали, да, насколько голос более различим в режиме шепота, когда это режим включен, да, когда не включен. Мы фактически ничего не слышно в динамике, если таким образом передавать шепотом. Дальше, по поводу недостатков данной станции. Одна кнопка только. Возможно, кому-то понадобится больше функций, чем две. Ну, то есть на длительное и на короткое нажатие. Поэтому запишем это в недостатки. Ну и избирательность
Даже при отстройке на 10 кГц 23 единицы составило, конечно, хотелось бы побольше. Но, по крайней мере, они почти в два раза ее улучшили. Поэтому я думаю, что будет, в принципе, нормально станция работать. Если какие-то проблемы, то либо грубите шумоподавитель, если у вас расстояния небольшие, либо ставьте под несущую, тогда вас промышленные помехи или какие-то близлежащие помехи беспокоить не будут. Все, пожалуй, из недостатков это все. Станция вполне достойная, ставим мы ей 4 балла. Стоимость и описание, и фотообзор с картинками и с программным обеспечением вы можете посмотреть на нашем канале. Там есть и цифровые каналы сфотографированы ПО и аналоговые каналы, поэтому все, и функциональность кнопок тоже есть, скриншот из программы, поэтому смотрите там. На этом закончим тогда с этой станцией. Вполне нам она понравилась, вполне добротно все сделано. 4 балла она, конечно, заслуживает. Ну все, на этом тогда закончим на сегодня. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.